Есть одна вещь, которую мы с твоим папой... Есть кое-что, о чем мы с мамочкой хотели бы поговорить. Обсудить с тобой. Это очень серьезно. Да. Где мои трусы? О, я понятия не имею. Прошу прощения, но мы знакомы? Да, нет. Я сбила вас. Извините. Да ничего. Меня зовут Альмут. Я Тобиас. Мы проследим, чтобы ты отлично провел время. Привет. Привет. Пожалуй, мне лучше уйти. Кто сказал? Разве что у тебя дел до хрена. Да я свободен. Нравится нам это или нет? Время идет. Куда спешить? Просто я волнуюсь. Есть одна очень явная и реальная вероятность, что я вот-вот влюблюсь в тебя. Я в порядке. Все нормально, честно. Ладно. Вам может быть тяжело. Это тоже нормально. Итак, на чем мы остановились? Меня не интересует лечение, которое попросту тратит наше время. Зачем так рисковать? Мне невыносимо быть забытой. Я виноват, что смотрел в будущее, а не прямо перед собой. На тебя. Время жить. Началось. Прости, я могу пешком дойти. Это просто смешно. Порядок. Ладно, ладно. Все хорошо?